Отлично, прекрасно! Ну, вы знаете, друзья, я хотел вам сказать такую вещь, я вынужден это место сейчас, не вынужден, а с удовольствием это сделать, потому что ко мне приехал, поверьте, приехал замечательный друг всеми, ну просто всеми, любимый, Александр Яковлевич Розенбаум, друзья мои. Дрюня, Розенбаум. Дрюня. Поход. Разные события. Юбилей Игорька. Он наконец может теперь праздновать День пенсионера. Он вступил в наш возраст. Хороший возраст, кстати, я должен сказать. Хороший. Как оказывается, жизнь только начинается. Как выясняется. Я Игорь, кучу лет знаю, тучу для меня. Но если будем считать наше поколение музыкантов уже старше где-то, наверное, то он один из любимых моих композиторов, певцов, нашего рок-н-ролла, блюза, рок-музыки, поп-музыки. Он блестящий мелодист, потрясающий тембр, владение гармонией. Классная совершенно. Я очень ее любил всегда. И продолжаю любить, и буду любить до гробовой доски, честно. Спасибо тебе, что ты есть. Я сначала тебе прочту стихотворение, а потом свою песню. Молодой рекой без устали плыви, и не бойся, простудившись, заболеть. Возраст — это понимание любви, как единственного чуда на земле. Мы живем судьбу свою кляня, но не желая для себя судьбы иной, поскольку возраст — это размышление о днях, проведенных за родительской спиной. И на столе твоем разнузданный портвейн превратился в респектабельный когор. Возраст — это радость за друзей, не сумевших превратиться во врагов. А верно ли сумели мы прочесть 10 фраз, оставленных Христом? Возраст – это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов. Кто ты есть? Чего в себе достиг? Кто твой друг? Чей ты друг, и, что гораздо важнее, кто твои друзья? Возраст — это приближение мечты, но, к сожалению, в окончании земного бытия. А смерть, конечно, человечество страшит. Но какие там у нас с тобой года? Возраст — это состояние души, но конфликтующее с телом. Иногда. А сейчас оставлю свою новую совсем песню, которая очень, кстати, ложится после парня с гитарой. Очень. «Старый гитарист» называется. Сделайте гитарку чуть погромче, по-блюзовее так, это блюз. Yeah.
и блюз, и ноты чистые летят в ночь, летят к тем, кому так нужна любовь, рожденная в тиши стен, в его снах, где спит боль, в его больших танцующих руках. Барабанщик время забыл, в пульсе черных нот светлеют наши души, и луна не знает, как быть, то ли уходить ей, а то ли блюз дослушать. Последний раз на бис играет старый блюз. Как школьникам своим учитель в сердца к нам стучится. Поет, аккомпанируя рассвету, душою раздетой. Ладони сдвиньте, чтоб согреть ее. Ладони сдвиньте, чтоб согреть ее. Ладони сдвиньте, чтоб согреть ее. Естественно, которые желаю еще и готовы профессионально, я всегда желаю, чтобы твоя публика, твой зритель всегда сдвигал ладони, чтобы греть твою музыкантскую душу. Спасибо. Александр Яковлевич Розенбаум, друзья.